Всем добрый день, меня зовут Яна, и сегодняшнее видео посвящено вот такому шикарному браслету, выполненному в технике квадратный жгут. Работа трудоемкая, но я уверена, что сделав такой браслет, вы будете гордиться своим результатом. Если вы уже заинтересованы, как сделать такой браслет, то продолжайте смотреть. Итак, нам понадобится всего лишь два материала. Это 50 грамм чешского бисера номер 10 и 2 нитки хрустальных бусин 3 на 2 мм. А также мононить 0,12 мм, ножницы, бисерная игла и 2 магнитные застежки. Наш браслет будет состоять из нескольких деталей, которые плетутся в виде квадратного жгута. Жгут состоит из вот таких крестиков, то есть каждая его сторона одинаковая. У него 4 стороны, поэтому он называется квадратным. Эти детали мы плетем из нашего основного бисера номер 10. Но я покажу вам на примере цветных бусин, как плести, чтобы было более понятно и более наглядно. Вставляем длинную леску в иголку и набираем 4 бусинки. Нам нужно замкнуть их кольцом, мы спускаем их на противоположную сторону лески и завязываем в колечко, оставляя хвостик примерно 10 сантиметров, делаем несколько узелков. Это будет дно нашего жгутика, то есть вот эти вот 4 бисеринки, это как раз 4 бусинки самого первого крестика. Вот мы его обозначим сиреневыми бусинками и далее продолжим черными. Нам нужно набрать 3 черные бусины. И также замкнуть колечко, пройдя в противоположную сторону. С очередной крестик. Далее выйти в соседнюю сиреневую. Набрать 2 черные. Выйти в черную и сиреневую вместе. Затянуть, далее пройти в соседнюю сиреневую. Набрать еще 2 черные. Пройти опять в черную и в сиреневую вместе. Пройти в последнюю сиреневую и захватить черную первого крестика. То есть они у нас уже собираются в такую конструкцию. Здесь у нас 3 бисеринки, и до крестика нам не хватает еще одной бусинки. И нам нужно завершить крестик. И пройти снова все эти бусинки сиреневую. И черную. Все хорошенько затянуть. Вот это у нас верх. Нам его нужно соединить, так как верхние бусинки еще не соединены. Мы просто проходим через них один раз по кругу. И затягиваем. То есть вот это вершина нашего жгута. Далее мы снова набираем первый крестик, который у нас состоит из 4 бусинок, одна из них уже есть, поэтому мы набираем 3, проходим в эту бусинку
и переходим к соседней. Набираем 2 бусинки. Проходим 2 вот эти. Таким образом мы делаем стеночки каждой стороны. Переходим на следующую сторону. Берем еще 2 бусинки. Опять захватываем бусинку предыдущего крестика и следующую. Затягиваем. Здесь у нас опять есть 3 бусинки. Нам надо пройти 1 бусинку. Вторую, чтобы оказаться наверху, и замкнуть крестик еще 1 бусинкой. Еще раз проходим полностью по всему крестику. Выходим наверх и собираем в крестик верхние наши бусинки, проходя по ним опять по кругу. Таким образом у нас будет собираться жгутик, и с каждой стороны будут одинаковое количество крестиков, и будет формироваться наш квадратный жгут. Каждый крестик состоит из 4 бусинок. Если смотреть сбоку, то мы видим, что 1 бусинка из крестика у нас уже есть, поэтому мы набираем 3 оставшиеся. Лесочка у нас выходит вправо, поэтому мы слева заходим в эту же бусинку, формируя крестик. Поворачиваем на соседнюю сторону. Нам нужно захватить бусинку с соседней стороны. И здесь для крестика не хватает 2 бусинок, так как 2 у нас уже есть. Поэтому добираем 2. И завершаем крестик, проходим в эту бусинку. Выходим в нижнюю. Поворачиваем. Переходим на соседнюю сторону. Нижнюю бусинку захватываем. Набираем еще 2 бусинки, так как 2 у нас уже есть. Опять проходим сверху. По нижней бусинке. Поворачиваем. Здесь у нас есть 3 бусинки. Нам не хватает верхней. Чтобы туда добраться, мы проходим по нижней бусинке. Выходим в эту бусинку. Теперь набираем 1. Замыкаем крестик, еще раз проходим по этому же крестику, чтобы выйти наверх. Выходим наверх, и верхние 4 бусинки мы закрепляем, проходя по ним. Каждый ряд нужно таким образом закреплять. Чтобы жгутик был ровный, аккуратный, и все бусинки были на своих местах. Вот, и точно таким же образом продолжаем плести нужную нам длину. А по длине наш жгутик должен состоять из 40 крестиков. То есть по одной из сторон выкладываем ровно 1 сторону. И считаем по крестикам 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так до 40.
Когда мы набрали нужное нам количество крестиков, нам нужно эту полосочку, этот жгутик, скрепить в кольцо. Вот таким образом. Ровно, чтобы жгут не перекручивался, мы аккуратно собираем, зажимаем между пальцами. Возвращаясь к нашим бусинкам, покажу на их примере, как нам закрепить два конца в колечко. Лесочка у нас выходит с правой стороны, мы набираем одну бусинку и проходим в бусинку соседнего края. Еще одну бусинку. И скрепляем. Вот таким образом. Вот у нас образовался первый крестик. Дальше мы проходим несколько раз по кругу этого крестика, чтобы надежно его скрепить. Из той же бусинки выходим, поворачиваем, проходим в соседнюю. Три бусинки у нас уже есть, нам нужно набрать еще одну, замкнуть крестик и пройти по кругу несколько раз. Выходим из этой бусинки, еще раз поворачиваем конструкцию, проходим в соседнюю. Здесь у нас также имеются три бусинки. Нам для завершения нужна одна. И также скрепляем несколько раз. Леска снова выходит в последнюю бусинку. Мы еще раз поворачиваем нашу конструкцию на последнюю четвертую сторону. Здесь все бусинки на месте. Мы просто проходим по этому крестику, закрепляя их окончательно. Все, то есть соединение у нас закончено. Все бусинки на месте. Мы закрепляем лесочку и обрезаем. Вот, и у нас получается вот такая завершенная деталь. Таких деталей вам нужно несколько, и количество их напрямую зависит от диаметра запястья. Далее отдельно мы будем плести скрепляющие декоративные элементы. Нам нужно леску примерно 50 сантиметров вставить в иголку и набрать в следующем порядке: бисеринка, бусинка, бисеринка, бусинка, 4 штуки. И скрепить это все в кольцо, оставляя хвостик примерно 10 сантиметров. Завязываем несколько узелков. От узелочка проходим в первую бусинку и набираем еще бисеринку, бусинку и бисеринку. И замыкаем еще одно колечко, то есть по направлению лески мы проходим еще раз в бусинку. То есть у нас получается самая элементарная цепочка, но с определенным рисунком за счет бисера и бусинок. Теперь нам нужно еще раз пройти от лески в бусинку. То есть по направлению движения. И таким образом проплести нашу цепочку. Постоянно повторяя одни и те же действия. То есть если леска у нас выходит с этой стороны, значит мы с противоположной стороны заходим в бусинку.
Еще раз проходим бисеринку и бусинку и затягиваем. В итоге у нас должна получиться вот такая цепочка, состоящая из 10 звеньев. Считать их можно по внешним бисеринкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее все наши элементы, получившиеся кружочки, мы будем скреплять нашими элементами, которые у нас предназначены как раз для скрепления. Будем делать вот такие бантики. Для этого мы берем наш овальчик и на середину размещаем полосочку из крестиков. Вот таким образом, чтобы кончики у нас сошлись вместе. С одной и с другой стороны у нас по бусинке, и мы будем скреплять их по одной бисерине. То есть с той стороны, с которой у нас выходит леска, а она выходит у нас вот из этой бусинки влево, мы набираем одну бисерину и проходим в нижнюю бусинку слева направо. То есть нам нужно скрепить эту цепочку точно таким же крестиком, как мы делали это по ходу всей нашей работы. Еще берем одну бисеринку и проходим верхнюю бусинку. Затягиваем и по получившемуся крестику еще раз по кругу 3-4 раза проходим. Опять же хорошенько затягивая и скрепляя. Вот у нас получается такой бантик, но на этом мы не закончим, а добавим еще немного бисера. То есть будем проходить через каждую бисеринку, добавляя еще по одной. Вот сейчас мы выходим из бисеринки, берем одну бисерину, проходим в соседнюю, берем еще одну и по ходу плетения проходим в соседнюю. Еще одну. И так далее по всему кругу, через каждую бисеринку мы набираем по одной бисерине. Заканчиваем ряд последней бисеринкой. И через ближайшую бусинку переходим на противоположную сторону. Поворачиваем, чтобы было удобней. И с этой стороны делаем то же самое. Выходим из бисеринки и добавляем по одной бисерине. Заканчиваем ряд и с другой стороны и закрепляем леску, зацепляясь за ближайшие лесочки и затягивая узелки. Проходим еще немного вперед, также цепляем леску. И затягиваем узелочки, делаем достаточно много узелков, чтобы у нас все надежно скреплялось. Теперь нам нужно соединить все в единое целое, в наш красивый браслет. Для этого мы будем скреплять точно таким же образом, вот в этих местах, с одной и с другой стороны, используя ту же самую цепочку. И вот что у нас должно получиться в итоге. Теперь остался последний штрих, нужно приделать застежки. Застежки мы будем использовать две на одну и другую сторону. Их можно пришить, но я не буду усложнять себе работу. И теми колечками, которые имеются на застежке, я просто соединю их с браслетом. Колечко я разъединю. Цепляем за то место, где бусинка одна, то есть две находятся бусинки горизонтально и одна бусинка вертикально. Вот за нее мы и зацепим.
Далее открепим половинку застежки магнитной и приделаем их с обратной стороны. Вот, и наш браслет готов. Осталось его просто примерить на руке. Магнитные застежки удобно зацепляются. Вот так выглядит аккуратно это с обратной стороны. И вот так выглядит с основной. На этом все. Я надеюсь, видео вам очень понравилось. Если так, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Пока-пока!